В этом году главная осторожность. Наши ракеты безопасно запускают профи. Не повторяйте этого дома. Помните, Санта наблюдает за вами. Жми! С Рождеством! Как делите обязанности? Она капитан, она капитан. Я просто надеюсь, что он не превратится в снег. Смысл конкурса — запустить елку в город, а не снести его. Реактивное Рождество. Парящие Санты, реактивные омелы и летающие снеговики создадут атмосферу праздника в сегодняшнем соревновании. Привет, добро пожаловать на реактивное Рождество. Сегодня три команды ракетчиков сойдутся в трех уникальных состязаниях. Меня зовут Тьера Флетчер. Время Рождества. Я Майрон Флетчер, мы из Техаса. Мы команда «Вверх с Флетчерами». Мы ученые-ракетчики, думаю, у нас есть все шансы. Я работаю инженером-конструктором. А я старший инженер по летным испытаниям. Мы без ума от праздников и оба любим ракеты. Реактивное Рождество — то, что нам нужно. Как круто! Я Ребекка, а я Кэмерон. Мы живем в Атланте, учимся в технологическом. И мы Джингл Беллос. Я изучаю аэрокосмическое приборостроение. А я промышленный дизайн. Мое знакомство с ракетами началось с космического лагеря. В колледже я записалась в команду ракетчиков. Мы целый год строили ракету для конкурса. У меня не так много опыта, зато приходилось много строить модели на скорость. Думаю, было бы здорово запустить Санту. Мы бы почувствовали себя рождественскими оленями. Я Британи из Портленда, из Орегона. Что? Я Джордан из Ямвилла. Мы вместе основали ракетный кружок в школе. И мы реактивные омелы. Мы считаем, что преимущество на нашей стороне. Мы построили много ракет, мы учились на своих ошибках и ошибках наших учеников. Мы победим. Эту ракету мы посвящаем вам. Зачем это говорить? Приветствую вас! Вы все готовы к празднику? Да! Рождество наступило раньше. Сегодня у нас не будет выбываний. Отлично. Вперед! Но победитель первого раунда получит преимущество, которое можно использовать во втором или третьем раунде, решать вам. Ясно. Но во втором раунде проигравшие окажутся в списке непослушных. И они получат штраф, который отработают в последнем раунде. Нам не надо в этот список. Мы хорошо себя вели. Победитель третьего раунда получит главный приз — золотую рождественскую ракету. Ну что, вы готовы? Да. Первый тур. Посадка в рождественском городе. Рождественскому городу нужна праздничная елка. Санта хочет послать им ее эффектным способом. Вам нужно будет запустить дерево. Побеждает команда, чья ракета приземлится ближе всего к городу в 30 метрах. Ясно. В мастерской Санты вы найдете все инструменты, елки и материалы. На задание у вас всего 2 часа. За дело! Вы готовы? Да. Не забудьте, у ракеты заостренный конец идет вверх. Вы серьезно? Команды, ваши 2 часа начинаются сейчас. Сделаем это. Мастерская Санты. Ух ты! Взгляни! С ума сойти! Какая красота! Вперед! У нас много работы. Первым делом нужно пригнуть ветки для аэродинамики. Хорошая идея. Для аэродинамики нужно сделать дерево более обтекаемым, обернув его пленкой вокруг. Этим мы уменьшим сопротивление воздуха. Надо сначала ее обернуть, тогда она будет обтекаемой, а потом посмотрим, как приделать лопасти. Мы сгибаем ветки, оборачиваем дерево пленкой. Да. Затем прикрепляем лопасти к обернутой елке. Потом прорежем отверстия для лопастей и примотаем их еще одним слоем.
Давай пока завернем дерево до сюда, хорошо? Давай. Лопасти можно прикрепить вот сюда, чтобы они шли вниз, туда, где заканчивается трубка. А затем они пойдут в стороны. Получится основание, на котором она будет стоять. Хорошо. Ну, тогда я займусь клеем. Хорошо. Откуда начинать? Так, это у нас низ. Да, это пока уберем. А вот это вверх. Надо убедиться, что мы ничего не перепутали. Да, то будет провал. Так, наверное, это сюда. Нет. Да. Да-да. Есть. Это вниз. Подержи, нужно намазать как следует, чтобы елка была устойчивой. Главное, чтобы не развалилась, да. Ну что, продолжаем? Прижми как следует минут на пять. С вами Крис Крингл. Похоже, стратегия Джингл Беллас уменьшить сопротивление воздуха. Они собираются прикрепить мотор, парашют и лопасти. Затем они завернут эту потрясающую ель в целлофан, чтобы уменьшить трение, которое может замедлить ракету или сбить ее с курса. Без пленки траектория может оказаться совершенно непредсказуемой, и тогда у жителей города будет грустное Рождество. Отличная идея. Чудно. Итак, мы примнем дерево. Главная задача в этом конкурсе — сделать дерево как можно более легким. Флетчеры хотят придать своей елке легкости. Они не хотят нагружать дерево, чтобы оно могло оторваться от земли. Они применят легкие стяжки, чтобы сгладить форму дерева для полета, а вместо лопастей они собираются использовать нижние ветки дерева, чтобы придать ему устойчивости. Какие смышленые рождественские печеньки! Прекрасный план. Если мы хотим приземлиться как надо, она не должна быть слишком быстрой, она должна лететь низко и медленно. Реактивные омелы, напротив, хотят использовать силу трения. Их план — развить низкую скорость, что позволит лучше контролировать полет. Они оставят форму еле нетронутой, чтобы притормозить, и прикрепят большие лопасти снизу, чтобы ракета летела строго прямо. Удачи, омелки! Похоже, деревья громоздкие. А вот и парашют. Давай по порядку. Он открылся. Мы запускаем деревья, а не спутники. Самая большая сложность — верно рассчитать трение для этой рождественской елки. Что касается размера лопасти, думаю, надо брать те, что побольше, из фанеры, и укрепить их. Сложно предсказать, с какими потоками воздуха встретится наше дерево, так что я предлагаю прикрепить большие лопасти сзади, чтобы дерево летело прямо. 48 разделить на 2. Я учитель математики, слежу за тобой. Внимание, остался час. Надо ускориться. Да. Я накапал себя на пальцы. Они навеки склеены. О, нет. Флетчеры, как у вас дела? Нельзя забывать об устойчивости. Поэтому мы прижали ветки к стволу, и получилась ракета. А нижние ветки мы оставили, они будут играть роль лопастей. Вы не хотите ее перегружать? Отлично. Эти штуки торчат в стороны, как волосы. Как думаете, это не повредит ракете? Мы делаем скидку на то, что это все-таки елка. Все не должно быть идеально. Это не ваша профессия, но ваши знания на высоте. Так и есть. А сейчас мы строим самую большую в мире космическую ракету. Мы супруги, и мы команда. Она больше занимается анализом и конструированием, а я больше понимаю в моторах. В итоге получится ракета. Продолжай. Затяни покрепче. Ну что, Джингл Беллас, привет. Как вы делите обязанности? Кто за что отвечает? Она капитан. Она капитан. Если что, виновата она. Ясно, вы соревнуетесь с двумя учеными-ракетчиками. Что вы чувствуете? Нам немного не по себе, но если мы победим, то мы победим ученых. Неплохо. Как дела, ребята? Хорошо. Расскажите вкратце об этом. Сейчас это обычная елка. Вы так и задумывали, или вы все еще в процессе? В общем, я слышал смешок. Мы в процессе, и большие лопасти обеспечат стабильность. Вы оба учителя, да, преподаем в ракетном кружке. Время идет. Реактивные омелы. Потратили много времени на свои гигантские лопасти.
которые должны обеспечить дереву ровную траекторию. Стратегия Флетчеров с использованием веток в качестве лопастей рискованная, но она дает им время спроектировать мотор и парашют специально для данного дерева. Мы используем эту трубку, она лучше всего подходит для мотора. Прикрепляем двигатель к естественной основе. Надеюсь, что клейкая лента обеспечит нам прочное соединение. Так, а это парашют. Нет. Это будет катапультирующаяся канистра на пульте управления. Установка на пружине. Здесь дверца. Чуть палец не сломал. Так, нажимаем на старт. Она открывает крышку. Осталось 15 минут. Давай, давай. О, нет, придется заканчивать очень быстро. Флетчеры сжали ветви дерева как можно сильнее, чтобы уменьшить сопротивление ветра. То же самое сделали Джингл Беллос, но они пошли дальше, замотав дерево пленкой. Посмотрим, чья конструкция окажется надежнее, студентов или ученых. Запаковываем дерево как подарок. Надо спешить. Ну что ж, погнали. Прижми ее. 5, 4, 3, 2, 1. Готово. Время вышло. Отложите инструменты, берите свои деревья. Мы идем их запускать. Я завязываю слабо, да? Меня беспокоит, что оно не наберет нужную скорость из-за большой устойчивости. По-моему, мы сделали все, что могли. Лопасти огромные. Мы волнуемся, сможет ли эта штука взлететь вообще. Будет интересно. У нас получилась хорошая ракета. Мы подумали об аэродинамике, затянули все ветки, оставив только нижние. И постарались не утяжелять нашу ель, чтобы она смогла легко полететь. Она должна взлететь. Да, я волнуюсь. Одна из главных проблем — наша елка не может стоять ровно. По всей высоте дерева по бокам есть штыри. Надеюсь, ей хватит устойчивости, чтобы оторваться от земли. Целимся на Северный полюс. Посадка в рождественском городе. Выигрывает команда, чья ракета приземлится ближе к центру города, в 30 метрах. Как настроение? Отлично, реактивные омелы. Как настроение? Мы нервничаем. Мы приделали огромные лопасти сзади, чтобы сместить центр тяжести. Надеюсь, все получится. Не попробуешь, не узнаешь. Реактивные омелы, все готово к запуску. Взорвите это дерево. Команду я нажму. Давай, снимаю предохранитель. На старт. Все готово? Да. 5, 4, 3, 2, 1. Жми. С Рождеством! Молодец, молодец! Давай, давай! Парашют раскрылся! Ух ты! Да! Да! Продолжай в том же духе. Реактивная омела — отличная работа. Что скажете? Парашют отнесло назад, но все в порядке. Я доволен. 26 метров. Вверх с флетчерами. Ваш черед. Нажимай. Я считаю. 5, 4, 3, 2, 1. Вверх с флетчерами! Парашют, парашют, ну же, да! Есть! Так его, это по-нашему! Круто! Да, да, да! Отлично! Нам удалось превратить ель в рождественскую ракету, как мы и хотели. Настоящее ракетство. Оно самое. 40 метров. Джингл Беллос, какие мысли по поводу ракеты? Увидев два таких красивых полета, мы, конечно же, надеемся на что-то подобное. Отлично, вы следующее. Так. 3, 2, 1. Джингл Беллос! Ух ты! Wow.
Так, смысл конкурса был в том, чтобы запустить елку в город, а не снести его. Но это было эпично. Да, мы разнесли город. Она взлетела не слишком высоко, зато в правильном направлении. Мы довольны. Так и было задумано ли это рождественское чудо? Мы все рассчитали и спланировали. Да, это чудо. Первый тур был полным безумием. На мой взгляд, Рождество — это лучший праздник. Ну а теперь результаты. Напоминаю, побеждает команда, чья ракета приземлилась ближе к городу, вверх с Флетчерами. Ваше дерево взлетело идеально, описало маленькую дугу, парашют вылетел как надо. И елка приземлилась в 40 метрах от города. Хороший результат. Отлично. Реактивные амелы, ваш запуск прошел шикарно. Когда парашют раскрылся, елка опустилась на расстоянии 26 метров от города. Мы молодцы. Джингл Беллас, ваша елка слетела с катушек. Она взлетела, описала идеальную дугу и врезалась прямо в рождественский город, царапая здание. Это было четкое попадание в цель. Отскочив от здания, ваша елка упала на расстоянии 12 метров. Вы победили! Наши рождественские победители Джингл Беллас. Я в шоке, что мы выиграли. Жаль, рождественский город, но было очень круто. Победители этого раунда можете взять подарок под елочкой. Идите сюда. Мал золотник да дорог. Что же там внутри? Похоже на большой парашют. Огромный. Да, он нам пригодится. Надо же, парашют. А я думал, там носки. Ну что ж, теперь выбирайте. Вы можете использовать его в следующем или в решающем раунде. Какой выбор? В решающем. Как скажете. Напоминаю, если вы проиграете в следующем туре, вас внесут в список непослушных, и вы получите штраф в последнем раунде. Готовы ко второму туру? Да, вперед. Следующее испытание — летающий снеговик. Помогите Санта-Клаусу сеять новогоднюю радость. Сделайте летающих снеговиков. Шары, из которых состоит снеговик, должны разлететься как можно дальше, чтобы сеять радость повсюду. Команда, чей снеговик пролетит максимальное расстояние,